Жил-был парень, короче. Ну вот, была у него машина, любил он эту машину просто до ужаса. Вот он, у него всегда в заднем, в кармане, во внутреннем, была маленькая баночка вазелина. Вот он как только тучки, он сразу бежит к машине, натирает все фары этим вазелином, намирая, ну чтобы если дождь, он не запачкал. Ну такой человек, любил машину до ужаса просто. Ну и однажды познакомился он с девушкой, все, гуляли, там целовали, вся фигня, короче, ну... Встречались. Пришло время, она познакомить, захотела его с родителями. Ну и говорит, у нас просто вот сегодня ужин будет с родителями, хочу тебя познакомить. Вот смотри, у нас просто есть в семье традиция, игра. Вот мы ужинаем, общаемся, все, но как все покушали, то играем в игру молчанку. Кто первый заговорил, тот моет за всеми посуду. Понял тут? Ну понял. Ну все, сидят, ужинают, все разговаривают, там хихихаха, все. Вот тут все доели, все, начинается игра молчанка, все молчат. Ну этот же парень сидит, что-то скучно ему стало. Вот такой девушку за ляжку, оп, все видят, но никто ничего не говорит. Не понял, ну. Давай пососался с ней, все молчат. Ну тут раком ее загнул прям на столе, отчеребонькал. Ну, то нормально сидит, довольный, все молчат. Такой смотрит сестра старшая. Тоже такая, ничего, он к ней, оп, за сиськи помацал, все молчат. Там же ее загнул, короче, отчепихил бы. Нормально, все молчат. А посмотрит, ну и мамка вроде в порядке там такая. Ну, он же к мамке тоже там ее загнул, короче. Чпокнул, все дела такой. Ну, такой, краем глаза на улицу смотрит, а там тучки собираются. Он же, оп, из кармана вазелин свой достает. Тут батя говорит, да помой эту ебаную посуду!